В Апатитах сегодня стартовала Всероссийская научно-техническая конференция «Цифровые технологии в горном деле». Три дня на площадках форума эксперты, в том числе иностранные, будут обсуждать достижения в цифровизации горного производства, а также вопросы импортозамещения. 130 представителей горных институтов практически из всех регионов России, а также зарубежные специалисты собрались в Апатитах, чтобы обсудить развитие горнодобывающего комплекса и внедрение IT-технологий. Первая конференция состоялась в 2008 году, ну и тогда оказалось, что цифровые технологии являются одним из инструментов решения задач в горном деле. Ну, по прошествии вот 15 лет становится понятно, что цифровые технологии становятся одним из инструментов планирования, проектирования горных работ и управления. Одним словом, на цифровых технологиях строится современная горная технология. Поэтому важность и актуальность этой конференции не вызывает сомнения. Сегодня горнодобывающая промышленность подвергается масштабным структурным изменениям, в основе которых лежит активное внедрение информационных и цифровых технологий. Цифровизация, отмечают участники, является ключевым фактором устойчивого роста развития конкурентоспособности предприятий горной индустрии. И Горный институт Кольского научного центра в этом плане один из лидеров. На сегодняшний день очень много разработок Горного института активно внедряется и используется крупными горнодобывающими компаниями России. Мы, занимаясь совместно этими разработками, пытаемся решить несколько очень важных задач минерально-сырьевого комплекса. В частности, это повышение безопасности горных работ, которое дает возможность при применении IT-технологий, автоматизированных технологий, роботизированных технологий. Это решение задач экологических. Конференция – это не только возможность рассказать о своих разработках, но и узнать, что нового происходит в исследовательском поле, познакомиться и пообщаться с коллегами. Завершится научный разговор 16 июня.